друзья, Фиксай сегодня не отправился на поиски неведомых сокровищ. Но, к сожалению, что-то пошло не так, и я стал маленьким ребенком. Маленьким, да удаленьким. Ведь я получил огромную силу и стал суперчеловеком. Но помогут ли эти силы справиться с обыденными делами в нашей любимой деревне? Это мы узнаем чуть позже. Не забудьте поставить лайк и даже подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра. Так, она точно должна быть где-то тут. Я ж не мог ошибиться. И все, что здесь есть, это только какой-то странный рычаг. Причем он почему-то активирован. Либо я сейчас превращусь в копию данного скелета, либо же что-то случится. Ну, поехали и... Да! Получилось! Я знал, что найду этот древний заброшенный храм! О боже мой, это еще кто? Какие еще стражи? Об этом меня не предупреждали! О, ну вроде бы жив, слава богу. Наконец-то! Сотни часов, десятки дней прожитых в этих пещерах окупились! Я нашел великое сокровище, оставленное предками! Ну давай, иди сюда, яблоко Адема! Наконец-то, ты мое! О, да! А, как вкусно, только непонятно, вроде бы ничего не поменялось. Должны были быть... Эй, Фиксай! Фиксай! Фиксай, ты в порядке? Что случилось? Ребята... О, не, ну Фиксай взорвался, и это даже сделали не мы. Ну, то есть... Даже обидно как-то. Да ну я сейчас вам, обоим балбесам, пошеп, как понадаю. Что вы тут делаете? А, ну, я, Фиксай, я волновался от тебя, поэтому втайне следил. Ты делал что? Что? Да, Фиксай, а еще когда ты ходил в туалет. А что? Заткнись, Март! Не надо ему об этом знать. Боже, ребята! А, кстати, Фиксай, ты всегда был таким мелким, разноцветным, ну... В смысле? А, и реально, кстати, Фиксай, я только заметил, что сейчас с тобой? Да вроде все нормально, а что? А ты давно на себя смотрел-то? Ты че, с радуги упал? Да о чем вы говорите? Господи! Почему я сразу не заметил? Я ж смотрел на себя уже! Это что ж такое, я не понимаю. Ребят, так, что-то Фиксай, вообще что плохо с тобой? Мне как-то. Где болит? Так, сейчас я тебя смотрю, сейчас я тебя смотрю. Да, нет, все в порядке, Гриша, все хорошо, нет! Ой-ой-ой-ой, кажется, все то, как я и боялся. Что там, Гречин? Неужели все так плохо? Смотри на мониторы. Снизу сердце обычного человека, нормального человека, а вот сверху твое. Подожди, подожди, я посмотрю. И что это значит? Но снизу это сердце, ну, необычного человека. Сердце обычного человека выглядит, ну, чуть-чуть по-другому. Это ты картинку и нашел. Так, в смысле? Это ж Майнкрафт, тут всех тут такие сердца. Душнило. Да. Так, Гречин, и что это означает? Это значит, что оно маленькое. Гречин, это точно, ну, квалифицированный специалист? Или, ну, может, я тебя подменю на сегодня? Конечно, я, но у него вообще-то, будет знаешь, где я учился? Где? У белок в лесу. А. Ну, тогда все с тобой понятно. Ну, в принципе, я даже не удивлен. Конечно, оно у него будет маленьким, он ведь уменьшился. А, это прям логично. Гречин, ты сегодня хорошо спал? Ну, я не знаю, часа два. Но это все не важно. Другой вопрос. Почему оно... Ну, разноцветное. Ну так все просто, Гречин. Фиксай превратился в лепрекона. Такой же маленький, надоедливый. А еще постоянно прячет свои сокровища. Эй, ты это еще кто тут надоедливый? Ну не я же, Фиксай. Так вот и попала сегодня в него радуга, когда он закапывал очередное сокровище. Стоп. Сокровище, золото, что? Ты мне не послышалось? Ты золото мое закопал? Март, это самые бредовые слова, которые я тебя когда-либо слышал. Стоп, не уходи от ответа. Золото мое где? Так, все, хватит, ребят. Вы двое, идите-ка лучше погуляйте где-нибудь часов 100 и не мешайте мне лечить Фиксая. В смысле часов 100? Я не уйду, пока не узнаю, где мое золото. Да какое, блин, золото, няшка? Так, все, мое терпение кончилось. Выходите отсюда, выметайтесь вот в эти двери и потом вот в эту железную. Все, прочь отсюда. Прочь, пока. Няшка, сейчас по жопе получишь. Ушел отсюда. Да-да-да. Вандалы. Привет, ребята. Ой. Вы снова поругались? Привет, кабан. Кабан, здорово. Ты откуда? Хотя ладно, это все не важно. Мы ни с кем не ругались. Ты еще это взял? Ну ладно. Я чего зашел-то? Не хотите зайти ко мне на тортик? Ой, я бы с удовольствием. Но мне нужно найти лекарство Фикса. А что с ним не так? А, ой, понял. Слушай, а может мы тогда с Фиксаем пока что посидим, тортик кушаем, а ты, если что-то узнаешь, то придешь к нам. О, от тортика я бы, кстати, не отказался. Вообще, звучит как отличный план. Тогда, кабан, поручаю тебе Фиксая, а сам я пошел заниматься важными делами. Угу. Пошли, Фиксай. Пойдем, пойдем. Фиксай, только этого, орехи не ешь. А, ты, это к чему? Да...
У меня на них аллергия, может, у тебя тоже? А, ладно. А с каких это пор дом Шуни твой дом? Не знаю. Это кто? Привет, котик. А давно у тебя кот появился? Да это не мой вообще. Он иногда заходит, я его подкармливаю. Понял. А можно я тоже с ним поиграю? Наверное, я не знаю. Он сам решает, с кем играть, с кем нет. Ну, дай-ка я попробую. Ой, а чё он шипит-то? Куда? Да, фиксай. Видимо, не судьба. Ага. Ладно, ты пока иди, присядь где-нибудь, а я чай заварю. Окей, хорошо. Что-то достала, не достаю. Ну ладно, вроде бы нормально. 3 hours later. Ну и долго мне его ждать? Сколько мне здесь находиться-то, я не понимаю. Так, ну, это бывшие книги Шуни, да, я точно знаю. А что на втором этаже у него тут? Тут тоже как много книжек. И двуспальная кровать. Кабан, что случилось? Я бегу! Бегу! Не кричи! Все хорошо! Что произошло? Да я делал чай и вдруг услышал кошачий писк. Пришел, а тут... Ой, я все понял, кабан. Сейчас главное успокойся. И не плачь, что разрыдался тут? Я спасу его. Да? Ну как? Ты же такой... Маленький? Ну да. Маленький, да удаленький. Смотри внимательно. Так и хопа. Так, котик, не переживай, все хорошо, я тебя спасу. Да не ладно, не бойся. Давай ко мне на ручки. Давай. О, хороший мальчик. Опа! Вот и все. Вот и твой котик. Сай, что ты только что сделал? А я тебе что говорил? Я, если честно, сам не знаю. Мне просто повезло. Так, ладно, кабан, я думаю, тебе нужно немножко отдохнуть, ты явно переутомился. Есть такое, но как же чай и тортик? Как только тебе станет лучше, мы обязательно соберемся. Хорошо, договорились. Все, давайте, удачи вам. Ой, опять голова кружится, да что ж такое, все ж было хорошо. Как неприятно. Интересно, почему мне вообще становится плохо? Особенно, когда я использую способности свои. Может быть, из-за того, что я проклят, или же мое маленькое тело не выдерживает такой силы. Фиксай, привет. Бодя, привет. Какими судьбами тут ты гуляешь? Да я просто мимо проходил, тут рассуждал о своем. О чем своем? Гуляешь, то есть? Ну, типа того. А разве ты не болеешь? Кришин там всем рассказал о твоей ситуации. Ну, я думаю, это сложно назвать болезнью, но в целом да. Ну, тогда мы у меня посидим, пообщаемся, там, чаек попьем. Ну, давай, погнали, почему? Я тебя всегда рад в гости прийти. Заходи ко мне домой. Так. Нет, такие печеньки вкусные есть, сейчас тебя угощу. О, печеньки, это круто. А где печеньки? Они были тут буквально минут 10 назад. Куда они могли пропасть? Стоп. А почему у тебя по кухне раскиданы золотые самородки? Няшка. Да, няшка 100%. Ну что же, погнали агрессивно отправляться к нему. Слушай, Бот, мне кажется, здесь что-то нечисто. Я больше скажу, это не то, что нечисто, это начисто обворованная банка с моими любимыми печеньями. Ты понимаешь это, Фиксай? Я понимаю, но... Это удар ниже пояса, я должен ему отомстить. Так, ладно, Бот, но ты сейчас не в состоянии мыслить здраво, поэтому давай пойду первым и, если что, решу все вопросы, окей? Ладно, так и поступим. Все, жди меня здесь, я тебя позову. Так, няшка, сейчас ты у меня получишь! Няшка! Господи! Господи! Я так и знал, что здесь что-то не так! Фиксай, ты там в порядке? Да, ты главное не упади сюда! Сейчас я что-нибудь придумаю! Я ж говорил тебе не падать! Да меня кто-то столкнул! Март, ну ты! Боже, как же это было легко, Фиксай! Чё вы опять задумали? Что мы задумали? Няшка? И точно же, вы по одному работать боитесь? Постоянно парочкой ходите? Ну это же это, как дважды два, там, понимаешь, ну все дела. 4! Не-не-не-не, ну поговорка такая, ну известно всем, как дважды два толпой загасят даже льва. Ну ты чё, не шаришь, что ли? Слушай, мне кажется, там чуть другая суть была. Да чё ты там с ним сюсюкаешься? Заканчивай поскорее, а я пока начну. Догоняй. О чем это, няшка? Что вы задумали? Разве тебя сейчас должно волновать именно это? Ну, осмотрись вокруг, чё нравится? Я копил эти ТНТ несколько недель. Знал же, что пригодится. Ты договорил? Договорил? Ну, тогда я даю тебе последний шанс. Отпусти нас и извинись перед Боди за печенье, и тогда я вас прощу. Видимо, ты не понимаешь, в каком сейчас находишься положении, да? Бла-бла-бла. Ну ладно, не хочешь разговаривать нормально, я пойду. Кстати, ТНТ взорвется через минуту. Удачи. Бодя, таймер начался. Так, тихо, я уже все придумал. Ну все, как? У меня появилась новая суперспособность! Отменить все изменения в мире! Ты готов, Боня? О нет, он отрубился! Ладно! Ха-ха!
Вот и все! Никакого больше ТНТ! Фиксай стал супер ребенком! Никому не прощу, такое забуду! Фух, надолго же меня вырубило, вон уже и вечер наступил. Честно, Боть, я думал, что ты уже того, но ты понял. Ага, я тоже испугался, прям такого раньше никогда не было. Благо, все обошлось. Нет, Бодя, еще не все. Нужно найти Няшку и Марта, они задумали что-то плохое. Может, тогда сначала сходим к тебе, начнем расследование оттуда? Хорошо, хорошо, только... Пойдем скорее, нельзя терять время! Пошли, пошли, быстрей, быстрей! Так, а что там Марди? О, я еще и летать умею, офигеть! Ничего себе! Подожди, господи, почему здесь все перекопано? Что с моим прекрасным двориком? Что тут произошло вообще тихо, такое? Тихо, тихо, будь осмотри. Да я устал уже копать, давай отдохнем. Ну, как хочешь, но тогда, если я золото найду, я все себе заберу, ну ты понимаешь? Че? Ты офигел? Я тут столько работал, и что? Просто так? Если долю хочешь, ну до конца копай, я уже чую, носом, чую, мы рядом, мы близко. Да вы чё, вообще обнаглели? Что? Ай, что, кто это сказал? Не, что ты тут забыл? Как? Эй, Няшка, ты же сказал, что разобрался с ним. Ах, вы два негодника, сейчас я вам покажу, что значит разбираться. Что он летает? Кабан? Фиксай, забей на них, надо кабана спасать, пошли. Да, ты прав, побежали. Помогите. Где он? Бодя, уводи кабана, я пока что зомби разберусь. Ты один, их так много. Поверь в меня. Помогите. Ладно, так уж и быть, кабан, беги сюда, отсюда. Бегу. Так. Пошли отсюда, тупые зомби. И вы тоже все, всех распугаю. Правильно, уходите отсюда. Так, что? Это не особо помогает, ладненько, испепелим тогда их. Не зря я все-таки стал супер. Ха-ха, они все боятся меня. Естественно, кто б не боялся такого маленького суперфиксая. Так, и это вот тоже, ой. Ох, что-то у меня опять кружится голова, да что ж такое. Парива, барара, 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 парива. Ребят, вы серьезно? На, получай. Вы пришли помочь мне? Да. Глупый зомби, получай. Где они? Где они? Я что? Я в раю? Это конец? Что? Погоди, какой совсем конец? Ты что, совсем из ума вышел, что ли? Нет, просто атмосфера такая умиротворенная. Да, мы просто решили дать тебе время отдохнуть. Да, Фиксай, сейчас будем тебя лечить, и, возможно, тебе будет плохо. Опять. Ой. Ну ты это, главное не волнуйся, ну все твои алмазы мы с Мартом, ну, уже украли. Вы что? Да это шутка, ты че? Март, так, ну, хватит, я вообще-то сейчас не шутил. Время для этого. Фиксай, ты готов лечиться? Да, я готов. Замечательно, тогда для начала выпей это зелье. Ребят, подойдите. Давай. Так, странное зелье. Зелье, чтобы не умереть. Странное название. Ты уверен, что мне надо его пить? Конечно. Ладно, хорошо, я пью зелье. Ну, что-то ничего не поменялось. А теперь слушай меня внимательно. Сила, которую ты приобрел, ненормальная и нестабильная. Я знаю, что тело обычного человека с трудом ее выдерживает. Да, тут ты еще и маленький, не созревший, так сказать. Ты можешь умереть здесь и сейчас, если не избавишься от нее. Неужели все так серьезно? К сожалению, да. И что мне делать? Все просто. Сейчас мы отойдем в сторону, и дальше ты должен будешь слушать меня внимательно и повторять все, что я скажу. Окей. Так, сейчас, Фиксай, ты начинаешь плавно дышать. Теперь медленно закрывай свои глаза. Закрыл? Да, закрыл. Отлично. Постарайся сконцентрировать свое внимание и зрение на силе внутри. Получается? Получается. Теперь выкинь это из себя. Что? Просто представь, что избавляешься от нее! Я попробую. А что это с Фиксаем? Смотрите, смотрите! Что происходит? Вечер, отойди! С ним что-то не то. Что случилось, ребят? Вы в порядке? Фух, я кое-как успел отбежать. Ну, Фиксай, я не ожидал, что получится, ну, вот это. Фиксай, может, ты все это время просто хотел в туалет? Хорош. Да, ребят, очень смешно. Кстати, как ты, Фиксай, тебе уже лучше? Ну, я сейчас проверю. Вот я прыгаю, хожу, ударяю. Нормально вроде бы все. Чувствую себя отлично. Ой, что-то живот урчит. Вы не против, если я воспользуюсь нашим... новым изобретением. Ну да. Да, давай. Давай, конечно. Хорошо, тогда только не подсматривай. Вуджа? Вуджа!